Ахимас Продакшн. Пройдет еще несколько десятилетий, а Вероника по-прежнему останется в кресле. Она помнит, как под окнами бегали дети и бегали бы дальше, если бы не одно если. Маруся не отведет Витеньку в ясли. Витя ничего не понял, но матери ясно. Витя пробудет рядом еще максимум год. Его унесет рак, а ее унесет газопровод. И только старый кот будет облизывать лапу. Он последний, кто видел вместе маму и папу. Он закончит облизываться и зевнет негромко. 20.01 пришла похоронка. Сплошная тьма и не видит нигде просвет. Это божий замысел или социальный эксперимент? Паша лежит на кафеле в обнимку с водкой и перебирает дрожащей рукой старые фотки. У дяди Вани нет ноги, но есть наган. У дяди Вани нет еды, но есть стакан. И дядя Ваня, нацепив на грудь ордена, идет в администрацию, но там стена. Непонимание, жирная рожа на диване затирается жизнь дяди Вани. И дядя Ваня берет ствол и в череп чисто по старой привычке бьет на смерть фашиста. И таких портретов сотни на этом холсте. И мы с тобой уже не эти, но еще не те. И если у тебя к страданиям иммунитет, то оправдания нет, оправдания нет. И мы с тобой не эти, брат, но еще не те. И все еще ищем тепла, но метет метель. И если ты снова запутаешься в темноте, просто вспомни тех, просто вспомни тех. Перышком по венам в теплой ванне Ваня искал крайнего. Он винил всех, отца, мать, бога, а сам забыл, как упирался рогом. Вгонял в нос дороги, иглы в ноги, чертов йога. Ты не перечь ему, а скал крейси дога. Нет, он не враг, скорее фраг системы. Шесть гиена, фич по венам, шаг до гроба, два до некролога. Где-то на стене ВК живым тебя представить так легко, что смерть твою поверить невозможно. Подытожит кузен Алёша, сам-то третий год как лёжа. Фугас, осколок, позвонок, всё сложно. Но жить он будет, обещал сыну Серёже, жене Ирине, матери Галине. А где-то Михаил засунет голову в петлю предательства Елены. Пленник суеты, выход суицид, системный геноцид. Выход, привет, Аид, привет, Аид. Таких портретов сотни на этом холсте. И мы с тобой уже не эти, но еще не те. И если у тебя к страданиям иммунитет, то оправдания нет, оправдания нет. И мы с тобой не эти, брат, но еще не те. И все еще ищем тепла, но метет метель. И если ты снова запутаешься в темноте, просто вспомни тех, просто вспомни тех.